Вот последняя или предпоследняя миссия. Джуди, моя принцесса. О, дай хоть взгляну на тебя. Боже мой, ты стала совсем взрослой. Такая же красивая, растерянная, грустная, как в нашу первую встречу. Ты не представляешь, как я скучала. А как Айден? А? О, да. С возвращением, друг. Пройдемся? Давай. Я волновался. Тебя ищут. Пришлось убежать. Выбора у меня не было. Как Нейтан? О, он теперь большой начальник, глава ДПА. Да, с тех пор он далеко продвинулся. Много узнали об инфрамире? Они вбухали миллионы долларов в новый конденсатор. Он даже еще мощнее, чем раньше. Конечно, деньги на все это выделила армия. Работаете на армию? О, у Нейтана не оставалось выбора. Деньги были выделены на исследование возможного военного применения. Вот так вот. Я просила разузнать. Ты что-нибудь выяснил? В день твоего рождения некая Нора Грей рожала в госпитале ДПА. По бумагам ребенок был мертвый. А что еще про нее известно? Немного. Знаю, только лет 20 назад она участвовала в научной программе ДПА. У нее тоже дар. Отец, про него ты что-нибудь знаешь? Его имя Джонатан Николс. Умер до родов. Инфаркт. Все, что я знаю. Где она сейчас? Ее доставили в психиатрическую клинику сразу после родов. Судя по досье, она до сих пор там. Мою мать держит в психбольнице 24 года. Почему? Что с ней? Этого я не знаю. Извини меня. Я должна ее увидеть. Джуди, я тебя понимаю, но она в психбольнице. Едва ли она ответит на твои вопросы. Мне не нужны ответы. Мне нужна она. Неужели непонятно? Она моя мать. Я хочу взглянуть ей в глаза и понять, кто я такая. Джуди, это спецклиника под усиленной охраной, а тебя ищут. Ты объявлена в розыск по всей стране. Нельзя просто взять и зайти. Ну, блядь, уже выебываться начала. Хули такая сила, блядь. Меня никто не остановит. Ёб твою мать. Слушай. Ты очень сильно рисковал, помогая мне. Спасибо, Коуп. Может быть, еще увидимся. Он думает, бля, качекса белая. Хуеть. Но он не из тех негров. Он такой добрый негр. Эй! Ты же не думала, что я тебя одну отпущу? Сейчас они сядут в машинку и поедут. Что-то не так. У ворот никого. На парковке пусто. Не нравится мне это. Не вернусь через полчаса. Уезжай. Чтоб я в машине отсиживался. Кол, стой!
Ну ладно. Поиграем в секретных агентов. Тайком проберемся, хотя почему тайком? Камеры стоят. Я никакой не тайный агент. Ну что ж ты такая медленная? Святой Джонс. А госпиталь Святого Джонса. Святых Джонсов. Вежливо попроси. Это всегда работает. Здрасте, я пришла к Нори Грей. Покажите разрешение. Так. Разрешение? А, так и знала, что что-то забыла. Извините, без разрешения никого не пропускаю. Текс. Нашла. Нора Грей, 7-й этаж, палата 43. Здесь нет кнопки вызова. А может, она за столом? Так. Пока неплохо. Ну, он там за компом сидит, ему похеру. Там надо камеры ёбнуть. Ну что? Айда, надо открыть эту дверь. Айда, сзади. Сначала отвлечь дежурного. Осмотрись. Хорошо, Эд. Открывай дверь. Давай. Не заметил. Блять, я ж хотел его взять, этот карточку.
Ну и все. О, боже. Как же я боюсь психа. Я давай тебя скорее вижу. Найдем эту палочку. Вот он ты. Он меня видит. То, что ты здесь, блять. Я хочу посмотреться, я хочу всех психов увидеть. Я так же, как на хентай смотрю. Не, ну это их перекачали каким-то наркотиками, это не те психики. Меня-то за что бить? Я же ни при чем. Нет, я ни при чем. Ой. Да перестаньте вы издеваться надо мной. Мне нужно спать, понимаете? Я хочу спать. Чтобы спасти этот мир, Джоди. Ни хрена себе. Ну, типа отсылка, да? На будущее. Пусто.
оставьте меня! Хватит. Прошу вас, перестаньте. Не трогайте, не мучьте меня. Уйдите. Уйдите. Они здесь. Слышите? Они здесь. Я тут буду. Джоди, возможно, она не в себе. Не факт, что она что-то поймет. Может, не надо? Надо. Сейчас будет выбор. Мамочка. Ты меня слышишь? Хера себе, что есть такое? Разве было? Я так боялась, что не увижу тебя. Я так скучала, Джоди. Все думала о тебе. Что с тобой? Что они сделали? Это наркотики. Бесконечные от наяву. Я ничего не могу.
люблю тебя. Больше всего на свете люблю. И всегда буду любить. Можно остановить ее сердце. Она же улыбнулась как будто. Я всегда буду с тобой. Ебать, как, какая печалька, блядь. Я в эту игру зашел поиграть, а не плакать. Прости, Джоди. Ай! Пизда. Наверняка можно было посмотреть через выход. Ой, через глазок. И мы находимся на какой-то сверхсекретной базе. Случайные фотографии из Яндекса. Это дочка и жена Нейтана. У меня после удара, блядь, в голову синяк, там шишак оставаться не должен. Голова будет расколота, я не знаю, еще дали в челюсть, челюсть болит пиздец, наверное. Сенсора мощнее еще не было. Впечатляет. Нейтан. Джоди, рад тебя видеть. Я так за тебя переживал. Ты похудела. Вид изможденный. Но главное, жива. Пойдем в кабинет. Ну-ка, садись.
Как здоровье? Да не очень. Голова еще побаливает. О, прости, я просил помягче. Но они боялись, что ты позовешь Айдена. Что произошло с мамой? Нора была не в себе. Врачи допускали, что она может причинить тебе вред. Она бы меня не тронула. Нельзя было рисковать. Я тогда был рядовым исследователем, Джади. Лишь через много лет узнал, как все было. Где Коул? Дома отдыхает. Я знаю, он хотел как лучше. Не бойся, никаких последствий для него не будет. А зачем эта ложь, Нейт? Какие-то люди притворялись моими родителями. В ДПА хотели обеспечить тебе комфортную обстановку. Подобие обычной жизни, дом любящих родителей, чтобы мы могли изучать тебя. Изучать? Да кем ты меня считал? Крысой? Лабораторной? Твою мать, я была всего лишь ребенком. Я была совсем маленькой. Ты была нитью. Нитью между нашим миром и инфрамиром. О таком мы могли лишь мечтать. Не так ты все объяснил, и гоблин. Ты сдашь меня обратно в ЦРУ. Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя. Кроме тебя с этим никто не справится. Я должна помочь тем, кто хотел меня убить? Я правильно поняла, Нейтан? Слушай, Джоди... Зачем мне тебя слушать? Ты с ними заодно. Зачем ты лгал мне про мою мать и приемных родителей? Ради денег? Или власти? Или славы? Перестань, ты знаешь, что это неправда. Я больше ничего не знаю. Мы знаем, что еще одна страна обнаружила инфрамир. Они думают, что смогут управлять им, но даже понятия не имеют, с чем связались. Если существа прорвутся, ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну а я-то тут при чем? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир. Это работа ЦРУ. Хватит с меня. Они предлагают сделку. Поможешь им? И от тебя отстанут. Ты знаешь, что будет, если откроются врата. Грянет апокалипсис. Ты можешь этому помешать. О, да. Так, вы справились насчет Докинса. Вы отвлекли охранника с помощью электрического щитка. Как? Вы избавили Нора от страданий. Вы узнали имя своего отца. Вы осмотрели палату с помощью Айдена. Вы забрали медальон. А есть придурки, которые не забрали? Опять детство.
Нейтан, я устала. Может, хватит? Фу, ничего себе, как мы засиделись. Прости, я опять слишком увлекся работой. У тебя был долгий день. Я принес тебе интересную книжку. Хочешь, почитаю перед сном? Ух ты! Ай, в той комнате осталось. Может, ты за ней сходишь? А я тут закончу и почитаем. Давай. Да, сейчас. Так, куда он дел книгу? Айден, хватит! Не смешно! Так. Ах, да, книга. Давай, что ж ты так? Айден? Это ты, что ли? Ух ты, книжка! Мне так же дочка реагирует. Говорит, папа, почитай сказки. Они в аварии погибли. А-ха-ха, ты нашла. Ну, пора перейти к серьезному делу. Сказкам на ночь. Джонни? Что с тобой? Тебе нехорошо? Да она просто устала до смерти. Хватит, ей пора спать. Да? Да-да, одну минутку. Нейтан, тебе. Нейтан Докинс. Только что они умерли. Охренеть. Нейтан, что-то случилось? Жена, дочь ехали домой из гостей. Фура, пьяный водитель. Вот так и появился. Вылетел на встречку. Их нет. Джоди. Джоди, пойдем спать. Нейтан, погоди. Я сейчас. Идем, Джоди. Так вот, Джоди увидела его мертвых, его мертвую семью, еще когда вот они, она еще была жива, и то есть вот, только умерли, а она увидела его, их призраков. Охренеть. По нашим данным, в республике Казахстан узнали о существовании инфрамира. Казахстан? Нашли Казахстан? Врата и ведут эксперименты на секретной базе, расположенной в провинции Филханзян.
Неизвестно, как далеко зашли их исследования, но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамине. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель — разрушить конденсатор и всю связанную с ним аппаратуру. Охренеть. То есть... Даже если мы уничтожим конденсатор, врата останутся. Постройка нового конденсатора — затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение оттуда. Наверное, там будет усиленная охрана. Мы ожидаем, что база будет под охраной военных. Ваш отряд... Отряд? Зовите их, Марла. Здорово. Привет, подруга. О, Лысый из Бразерс, Джеки Чан и секси-бойфренд. С тобой будет отряд Клейтона. Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно. Вы отправляетесь послезавтра. Удачи. Осторожней, Джонни. Никто не знает, что ждет там, за гранью. Не бойся. Я пока не тороплюсь в инфрамир. Хорошо. Не хочу тебя потерять. Тогда никого не останется у него вообще. И ради чего, ради кого жить? Рад тебя видеть. Смотрю, Айден меня не забыл. Держись подальше. Я тебя не простила, он тем более. Ясно. Из-за тебя, козел, убили законного лидера африканской страны, из-за которой там маленький мальчик, с которым мы подружились, теперь меня ненавидит, все, что я убил его отца, ублюдок. Не получишь ты мою пельмешку. Никогда. Ебать, Нурлан Сабуров. Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас. Но зато быстро и без лишней боли. Теперь ваша смерть будет медленная и очень мучительная. Ну, последний раз спрашиваю. Кто вас послал? Айден. Где ты? Айден съебаста сделал. Так, где ты, блядь, вот там? Тут вообще никого нет! Это точно здесь? Ну, координаты верные. Печет все сильнее. Что же нам делать? Джонни, пусть Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден? Так, ну ладно. Думаю, пока что на этом все.